Пам-пам-пам, ребята, всем привет! Меня зовут Вика, и вы на моем канале. И сегодня, наконец-то, спустя, я не знаю, получается, когда вы уже увидите этот видос, наверное, спустя месяц после начала зимы, вы, скорее всего, увидите в конце декабря этот видос на моем канале, а может быть и вообще в январе. Не знаю, честно говоря, пока что. И сегодня, наконец-то, я объявляю серию влогмасов открытой. На самом деле, это будет не серия влогмасов на моем канале, но в этот видос будут включены два дня с моей подготовкой к Новому году. Итак, завтра первый день, сегодня четверг, завтра пятница. Я наконец-то увижусь с Настей, я думаю, что вы все ее знаете. По крайней мере, она 100 раз была в моих видосах на моем канале. Мы поедем кататься на каток на площадь юности. Она украшена по подобию Красной площади, но только она в разы меньше. На самом деле, мне до Красной площади ехать где-то часа полтора на машине, но как бы смысла я не вижу, потому что у нас Зеленоград тоже очень-очень красиво украсили, тоже есть каток с елкой, вот, и всякие новогодние фигурки светящиеся. В общем, наконец-то увидимся спустя несколько месяцев, пофоткаемся, и вообще очень классно проведем время. А вот в субботу 29 числа с моей подругой Ингой я поеду в Зеленопарк. Мы там походим по магазинам, повыбираем всем подарки себе и также классно проведем время. В общем, все, я думаю, что мы увидимся уже завтра. Сейчас я буду делать уроки, продолжать и все в этом роде. В общем, все, ребята, увидимся завтра и не прощаюсь с вами. И поехали! Итак, ребята, всем привет, я уже сейчас иду домой из школы, Настя подойдет ко мне чуть позже, потому что она сейчас после учебы еще должна будет зайти домой, вот, так что так, ну, в общем, я думаю, что мы уже увидимся с вами, когда Настя придет ко мне, и, да. Просто Настя не каталась год, что вы понимали. We'll be right back.
Итак, ребята, мы уже сейчас покатались и скоро будем уже выезжать домой. Вот. И здесь так классно, вы знали. Итак, ребята, всем привет! Вот наступил уже второй день. Сегодня мы с Ингой едем закупаться всякими подарками, делать покупки и просто классно проводить время в торговом центре, в зеленопарке. И сейчас я, в принципе, уже почти готова. Мне осталось там накраситься и доделать несколько дел еще. И потом мы берем Ингу из ее дома, забираем и уже едем шопиться. Я очень ждала долго этот момент. И вот, наконец-то, все дело в последний день. И что ж, поехали с нами. Поехали! Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Недовольство просто. Вот еще смотри. У Инги вот сейчас просто истерика будет, мне кажется. Я снова подарила сарай. Она в машине такая, ох, умерла. Итак, в общем, мы сели сейчас похавать, потому что просто обессилены, и это просто шикарно, просто вот. О боже. Просто довольное лицо. Приятного нам аппетита. Как бы выбрать подарок Пеппи оказалось сложнее всего. А у Инги просто уже истерика началась. Пошли на диван полежать. С корешем решили затусить. Вот, чтобы вы понимали, просто в мужском отделе, да, немножечко кроп-топов. Ну как бы. Ти-шорт без слоган.
Ту-ту-ту-ту-ту. В общем, мы уже нашли подарки многим людям. Осталось выбрать папе, в принципе, мне. И себе, и все. Итак, мы сейчас в зоомаркете. Инга выбирает тут подарочки еще. А вот это вот Аня. И я не знаю, смотрит ли она открылась, но это не важно, в общем-то. Да. Вот, в принципе, мы как бы практически всем все купили. Вот, и уже скоро будем уезжать. Кстати, халявная тачка можно взять. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E. Итак, ребята, всем привет. Я уже дома, мы уже с Ингой разошлись по домам, разъехались, точнее. Купили все подарки, которые планировали. Это было довольно сложно, потому что просто мозг кипел, куда пойти, в какой магазин. В одном, допустим, ничего нет, в другом все это слишком дорогое. И вот мы просто, я не знаю, сколько часов там провели. Наверное, часов, ну, 6 точно. Вот потому что я даже не знаю, я не думала, что выбор подарков это так сложно. Но оказалось, что это так. Итак, на самом деле я не думаю, что есть сейчас смысл вам показывать, что я купила себе. Потому что, как бы, ну, я думаю, что, скорее всего, буду снимать видосы о подарках на МГ. И это все вам покажу. Но сейчас я хочу вам показать, что я купила другим, то есть своим друзьям, родным и родителям и так далее. Итак, Инге я уже подарок подарила, но он точно такой же, как и подарок для Насти. Вот в таком вот пакетике, если что, это все из моды. Первое, это вот такая вот кружка, стакан для всяких горячих напитков. Крышечка, конечно же, силиконовая, снимается. И вот Настя попался с олененком, а Инге подарилась с Дедом Морозом. Вот. И далее, это вот такой вот милый блокнотик, который я, кстати, себе купила, и Инге, и Насте. Вот. Далее, подарок моей маме, так как она все-таки там спортсмен, все дела, занимается в спортклубе, поэтому, в принципе, я думала, что будет просто найти подарок, то есть, ну, либо это была бы какая-то одежка, либо это было что-то для спорта, но на самом деле реально было найти сложный подарок, вот, и мы обходили очень много магазинов, и в итоге остановилась на вот такой вот майке для спорта, а папе в магазине «Твое» я купила рубашку, здесь было на самом деле еще сложнее, на самом деле это такая вот футболка пола или рубашка пола, как она называется, вот такая вот. И я очень надеюсь, что всем все подойдет, все размеры и все будет хорошо, не придется ничего обменивать. Вот, а о том, что я купила себе и что мне подарили, вы узнаете чуть позже. И я, честно говоря, даже не знаю, когда этот видос выйдет. Я на самом деле довольно устала, и, ну, это очень приятная усталость. Вот, я думаю, что мы увидимся уже 31 декабря с вами в Новый год. И я решила сюда доснять третий день, то есть влог мы с такой прям полноценный. Вот, где я вам покажу Новый год, как мы провели и так далее. Вот, так что все, до 31 декабря. Увидимся уже с вами, получается, в Новый год. И поэтому я с вами прощаюсь довольно-таки ненадолго. Для вас это, в принципе, буквально секундная какая-то смена кадра. Вот, а для меня это целый день. Завтра буду делать открытки и все-все-все дела новогодние такие. В общем, все, до встречи. И правильнее сказать, наверное, но пока-пока, но я скажу поехали. И все, да, поехали. До 31 декабря. Увидимся. И, ребята, всем привет! Сегодня 31 декабря, и сегодня уже будет Новый год. Мне вообще не верится. Кстати, вчера, 30 декабря, мы опять же таки с родителями ездили в Зеленопарк, закупались подарками, которые еще не купили, то есть всем родным уже подарки куплены, все готово, все отлично. И сейчас мы уже будем убираться, там, готовить и все дела. В общем, я думаю, что мы увидимся чуть позже, потому что у меня сейчас куча дел по уборке. Итак, ребята, всем привет. Сейчас уже на часах у нас 23:09, и на самом деле я вообще не знаю, как так пролетел день. Мы убирались, потом я что-то там делала еще. Вот, и уже мы совсем скоро будем садиться за стол. Я, как вы видите, уже оделась в новогоднюю футболку. Вот,
В принципе, мне сейчас нужно будет сделать макияж, сделать причесочку. И все, я готова. У нас на самом деле салюты тут просто через каждые 2-3 минуты. Это придает новогоднее настроение. Вот, в общем, все, ребята, я сейчас буду дальше собираться, готовиться. И увидимся чуть позже. Так, ребята, в общем, уже на часах практически без 20:12, то есть 23:37. И я, в общем-то, уже готова, как вы видите, я накрасилась. Я уже оделась, и сейчас я вам покажу свой лук, так сказать. Я очень хочу всех поздравить с Новым годом. Будьте здоровы, счастливы. Итак, в общем, мой лук состоит из вот такой вот футболочки, из вот таких вот носочков с Дедами Морозами, которые мне подарили, и еще из обычных таких черных штанов. И, в принципе, у них нет ничего необычного, но они мне так нравятся. Итак, ребята, мы уже вот буквально через каких-то там около 10 минут садимся за стол, поэтому всем желаю приятного аппетита. Я думаю, что когда вы увидите этот видос, вы уже будете доедать салатики утром, с утра 1 января, но я думаю, что я выпущу все равно позже. Все, всех поздравляю с новым 2019 годом, всех вас очень сильно люблю. Спасибо, что пробыли со мной этот очередной год. Дальше больше и до новых встреч!